В центре Вены неизвестные провели атаки в 6 разных местах. Полиция австрийской столицы подтвердила, что нападавших было несколько. По предварительным данным, по меньшей мере 2 человека погибли, 15 ранены. По информации местных СМИ, которые ссылаются на правоохранительные органы, убит подозреваемый, у которого был автомат и гражданское лицо. Канцлер Австрии Себастьян Курц в Твиттере назвал случившееся ужасным терактом, добавив, что к усилению безопасности на объектах Вены привлечена армия. Это нужно для того, чтобы следствие могло полностью сосредоточиться на борьбе с терроризмом, пояснил Курц. Глава МВД Австрии призвал жителей не выходить на улицы, а детям во вторник разрешили не идти в школу. Известно, что силовики задержали 4 подозреваемых, однако, по крайней мере, один из злоумышленников все еще не обнаружен. Информация с каждой минуты обновляется.